Проведение спектрального анализа состояния растений. Также передача данных на сервер в онлайне и их дальнейшая аналитика. Устройство состоит просто. Аккумулятор, солнечных панелей, автономная работа 24 онлайн. Особенности – это регулируемая подача СЗР, средств защиты растений. Потом камеры для распознавания вредителей, которые используют компьютерное зрение. Регулируемые форсунки, которые готовы именно подстроиться под каждый тип растения. Наша целевая аудитория – это небольшие фермерские хозяйства и агрохолдинги, промышленные теплицы, сады. Проблемы. Очень большие проблемы. Особенно по агрохолдингам. Представьте себе, по полю едет огромный опрыскиватель, в нем тракторист. Для него важно отработать гектары. Его не интересует качество. Он находит любые причины, почему он может стоять, а это дождь, снег, хотя по факту на улице солнышко, а диспетчерская ничего в этом не пустит. Также есть конкуренты авиавнесения, там страдает и качество, и перерасход на все. Ну и ручной метод, локальный, это потеря времени, малая обрабатываемая площадь. Решение проблемы агробу. Повышает урожайность с каждого сантиметра. Точечное опрыскивание повышает качество продукта. Экономия на все. ОЦЗ, времени, головной боль. Лучше это время потратить на правильное развитие стратегии, развитие продукта. Да и вообще, и немаловажно, также вот, по примеру общения с агрохолдингами, у них есть проблема. Когда идет весной дождь, часто техника не может заехать в поле. А для них это важно. Проходимость. Просто проходимость. И два дня стоит техника, ничего не может делать. А агробот может в то время ездить и работать. В чем секрет? Просто желание действительно создавать интересные, новые, качественные продукты, которые помогут экономить, вдохновлять и развивать промышленность и выводить Украину действительно на качественный уровень. Находить решения, находить точнее проблемы и решать их. Ну и, несомненно, опыт, который приобрели, наша команда приобрела за многолетнее сосуществование. Рынок. Это рынок овощей, рынок тепличных хозяйств, плоды и ягоды. Денежный эквивалент, который принесет наш агробот, если продавать его, в среднем где-то около 6 миллионов долларов. Конкуренты. Ручное опрыскивание, авиа и самоходное опрыскивание. В чем наше преимущество? Это автономная работа. Экономный расход, удаленная прошивка по воздуху, обмен данными в режиме онлайн. Это очень немаловажно. Как Tesla, да, прошивает. Бизнес-модель. Просто. 4 доллара за обрабатываемый гектар. Это для агрохолдинга. И похожее может приняться для садов. Это по развитию, прямые продажи, дилерская сеть. Рынок дальнейший. Наша команда.